Страны Балтии договорились о создании общей линии обороны. В пятницу министры обороны Латвии, Литвы и Эстонии подписали в Риге соглашение, которое должно укрепить восточную границу НАТО и увеличить их способность блокировать потенциальную военную агрессию. В частности, планируется создать оборонную зону, где построят 600 бетонных бункеров. Другие препятствия, такие как заграждения из колючей проволоки и мины, будут храниться вблизи границы и будут установлены непосредственно в случае опасности. The light of Russia's ongoing aggression against Ukraine, it is very important to continue our cooperation. The Baltic states' solidarity must be stronger than ever. Минобороны Эстонии оценивает стоимость работ в 60 миллионов евро. Страны Балтии договорились о проекте еще в июне 2022 года на саммите НАТО в Мадриде.